Выписали в шиншилке подкормку для собак. Витаминки, хорошо для дрессировки. Трикси. Мы в шиншилке уже не раз брали разные. Этот раз мы взяли с ягненком. Сейчас скажу, что здесь у нас. Говядина, лосось, рыба, рыбопродукты. Комбинации бывают разные в составе. Этот раз вот именно взяли такую. Значит, они в форме косточек. Так. Смотрите, какие они. Собакам, я думаю, всем понравится. Нашей собачке очень нравится. Лаки, тебе нравится такое? Нравится такое? Обожди, сейчас дам. Сидеть, сидеть, Лаки. Молодец, сидишь, держи, держи. Очень нравится нашей собачке. Ждать, 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 ждать. Держи. Можно. Очень хорошие. Сами сделаны фигурками хорошо, не крошатся. И когда вот, допустим, мы куда-то идем в лес, я беру с собой их несколько штук, то они хорошо сохраняются, не крошатся. Собаку на... Когда подзываем к себе, как бы как награда всегда даем. Еще хочешь, да? Еще хочешь, еще дать тебе Трикси, тебе на такую еще косточку. Ждать, 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 ждать нельзя, ждать, ждать можно, бери. Молодец, молодец, вкусняшечка. Всем рекомендую. Во-первых, магазин «Шиншилка» хорошие цены, быстро доставляют. Качественные, сроки годности всегда хорошие. Спасибо.